Всем привет! В этом видео мы рассмотрим искусственную кожу из магазина Декабай. Ее будет 4 вида. Начну с глянцевой искусственной кожи. Глянцевая эко-кожа очень хорошо тянется, но немного тонковата. Плотность ее 170 грамм на метр погонный. Она будет хорошо облегать тело и плавно очерчивать все изгибы. Из нее можно шить леггинсы. Изнанка у такой кожи будет тканевая. В наличии имеются следующие цвета. Второй вид – это матовая искусственная кожа стрейч. Она тоже очень хорошо тянется и прекрасно подойдет для пошива брюк, сарафанов и юбок. Заломы здесь не сильно заметны, и в ходе носки она оставляет за собой привлекательный вид. В наличии эта кожа есть в разных благородных матовых оттенках. Плотность ее 170 грамм на метр погонный. Третий вид – это искусственная кожа с мягким ворсом с изнанки. Плотность ее 210 грамм на метр погонный, она не сильно тянется, а с изнанки есть мягкий начесик, эдакий более теплый вариант. Можно использовать для пошива теплых брюк, юбок и также легких курток. В наличии пока имеется только белый цвет. Четвертый вид – это искусственная кожа на замше. Здесь 35% полиэстера, 50% полиуретана и 15% вискозы. Лицевая сторона гладкая, с видимой фактурой, изнанка теплая и очень мягкая. Эта эко-кожа довольно упругая и тянется по ширине, хорошо приходит в прежнюю форму. Ширина у всех видов 145 см. Плотность данного вида искусственной кожи 210 грамм на метр погонный, и это как раз отличный вариант для пошива любых кожаных изделий. Цветовой ассортимент в наличии из самых актуальных оттенков. Все эти виды эко-кожи находятся в магазине на Машерова 10. А также вы можете заказать ее через наш интернет-магазин dekabai.by. Мягкая и очень приятная на ощупь эко-кожа дарит незабываемое ощущение при пошиве. Шить из нее легко, и изделие выглядит очень дорого. Однако кожа требует сноровки и опыта. Если вы еще сомневаетесь в своих силах, то попробуйте отшить макет из более дешевой ткани. Потому что проколы от иголки на коже очень видны, и аккуратно переделать изделие уже вряд ли получится. Но мы вам желаем успехов в пошиве и верим, что ваше изделие получится просто неповторимым. Искусственная кожа на замше. Скорее выбирайте свой оттенок. Но это еще не все. Также вы найдете на тканевой основе кожу темно-синего цвета, болотного, бордового, кофейного цвета и темно-зеленого. Приглашаем всех на наш сайт, чтобы увидеть все, что есть у нас в наличии. Вводим в поле поиска «Искусственная кожа». Выбираем первый товар, а дальше заходим в его подкатегорию «Кожа искусственная». Для вашего удобства сделайте рассортировку по 100 товаров на страницу. И все, крутите вниз, здесь предложены все варианты эко-кожи. В интернет-магазине вы также увидите варианты лаковой кожи, а также итальянской кожи. Находите понравившуюся кожу, заходите в ее карточку, нажимаете на картинку, увеличивайте ее и смотрите более детально. В карточке каждого товара есть небольшое описание, а также расположение, в каком из магазинов он находится. Кажется, что всю нашу эко-кожу просто нереально показать в одном видео, так что надеемся также на вашу самостоятельность. Заранее спасибо за ваши пальчики вверх. Шейте с удовольствием, шейте с Декабай.